Пачатак навучальнага года на пляцу вучылішча сустракаюць 180 кадэтаў, 60 з якіх навабранцы. Установа, дзе акрамя традыцыйных школьных прадметаў вывучаюць ваенныя дысцыпліны, рыторыку і ўзмоцнена займаюцца спартыўнай падрыхтоўкай, існуе толькі 3 гады. Але ўжо за гэты кароткі час з'явіліся пэўныя традыцыі. Па-першае, на ўрачыстай лінейцы ўшаноўваюць навучэнцаў, якія лепш за ўсіх праявілі сябе падчас летніх канікулаў у школьных і спартыўных лагерах. Як адзначаюць самі кадэты, кожная ўзнагарода важная. Гэта сімвал прызнання за старанне і працу. Выкладчыкі ж упэўнены, што гэта стымул для далейшых перамог. Калі адзначаць дасягненні навучэнцаў, то яны і далей будуць заставацца прыкладам для астатніх школьнікаў. Сегодня мне было приятно видеть, что 13-летние, 15-летние уже имеют строевую выправку. Идут строевым шагом. И есть закладка фундамента. Будем говорить, будущего нашего правозащитника в нашей целой системе. Ведь сегодня мы все оценим высоко имеющийся наш правопорядок в стране. А вот с раннего детства приучить, вложить молодому пополнению – это наше будущее. 1 верасня – знаменальны дзень для кожнай установы адукацыі, а для кадэцкага вучылішча сёлетняе свята ўдвая прыемнае. У урачыстай абстаноўцы адбылося адкрыццё прававога класа. Толькі ў гэтым годзе 10 выпускнікоў паступілі ў Акадэмію Міністэрства ўнутраных справ. Добрую традыцыю плануюць падтрымаць. А все занятия, которые связаны с правовой тематикой, они будут проходить на базе этого класса. Помимо того, что его будут вести люди, работающие в этом училище, а у нас работают и офицеры-воспитатели из силовых структур. Также вчера мы подписали договор с нашим ОМОНом, и у нас есть договор с управлением МВД. Поэтому вот это наше такое новшество, которое позволит нашим ребятам стать более грамотными в правовом поле. То, что необходимо каждому гражданину. Магчымасць атрымаць правовые веды есть не только у кадетов. На церемонию посвящения у правовые классы у средней школе номер 25 запросили керавництва областного управления департамента аховы. Сами навучэнцы, які з гэтага дня пачнуць паглыблена вывучаць грамадазнаўства, упэўнены, что необходимо зараз раннего возраста добро ведать законы своей страны и николи их не порушать. Будем учиться праву, к нам будет приезжать педагог, будем учиться маршировать, будем изучать, быть ближе к милиции. В будущем я хочу стать юристом, поэтому думаю, этот класс будет подходящим началом для меня, чтобы в дальнейшем поступить на юридический и пойти либо в прокуратуру, либо в милицию работать. Присутные на урочистой линейце пожадали усім школьникам поспех у вучобе і нагадалі, што толькі дзякуючы вялікім намаганням, старанню і працавітасці можна ў будучыні дасягнуць вялікіх вяршынь. Дмітрий Котаў, Валерий Гапанько, телерадыёкампанія «Гомель».